Всем привет! Это новости телепроекта Дом 2 на 6 дней раньше эфира. Подпишись на канал, чтобы не пропустить новое видео. Последние несколько дней многие участники телепроекта Дом 2 жалуются в социальных сетях на плохое самочувствие. По предварительным данным, на Поляне началась настоящая эпидемия гриппа, и пострадавших немало. Сергей Кучеров, Юлия Ефременкова, Петр Шепель, Мария Кахно и Майя Донцова рассказали фанатам о том, что их самочувствие резко ухудшилось. И буквально сегодня на температуру пожаловались Иван Барзиков и Лиза Полагалова. Ребята считают, что их организмы не выдержали адаптацию. Ваня и Лиза болеют, вспоминая прекрасные солнечные дни на Сейшелах. Судя по всему, уже более половины жителей Поляны болеют или переболели. А это значит, организаторам пора вмешаться и закрыть проект до выздоровления большей части участников. Кстати, вчера Ваня Барзиков устроил для Лизы Полагаловой сюрприз. На Поляне были куклы и медведи. Лиза сообщила, что их отношения вышли на новый уровень. «Мы живем душа в душу, несмотря на провокации со стороны коллектива. Ваня понял, какие ошибки он совершал раньше. То же касается и меня. Надеюсь, что все будет хорошо, и мы построим крепкие отношения, которые смогут все преодолеть». Друзья, подписывайтесь на мою группу ВКонтакте. Там много всего интересного. Самые последние новости и слухи Дома 2. Свежие фото и видео от нынешних и бывших участников телестройки. Ссылочка на группу есть в описании. Мария Кахно ждет на Поляне своего брата. Намечается концерт для участников Дома 2. На Поляне вчера побывали в гостях Федор Стрелков и Кристина Лисковец. Против Татьяны Владимировны Африкантовой возбуждено сразу два дела. По факту клеветы в адрес Ирины Александровны Агибаловой. Первое слушание состоится 6 февраля. У Марины Мексики уже на днях появится новая грудь идеального размера – 3,5. По слухам, в данный момент бывшая жена Кости Иванова шантажирует его общением с ребенком. Девушка отказывается отпускать мальчика на отдых за границу вместе с отцом. Некоторые фанаты телепроекта «Дом-2» солидарны с таким решением. Ведь до тех пор, пока Костя находится рядом с Александрой Гозиас, ребенка подпускать к ним нельзя. Лера Фрост сообщила: «Очень насыщенные дни начались на Доме 2 после моего прихода. Как же я скучала по этому месту, этим эмоциям и, конечно же, по женской спальне». Александра Харитонова разбита. Весь день девушка льет слезы и хочет уйти с проекта. Карьера Саши не строится, отношения не складываются, жизнь разваливается. Love Story с Сергеем Кучеровым закончилась абсолютным крахом. Вчера он уже целовался с другой. Девушку все чаще посещает мысль, что на телестройке она свою любовь не встретит. На сегодня это все новости Дома 2. Смотрите предыдущие интересные видео на моем канале, ставьте лайк и оставляйте комментарии.